Здравствуйте, дорогие друзья! С вами на связи Виталий Куликов, автор обучающего видео по CMS Joomla. Обычно вы слышите эти слова из-за кадра, когда на экране монитора я что-то объясняю, показываю, как настраивать то или иное расширение для Joomla. Но сейчас я выбрал такой необычный для себя формат. Возможно, я тут буду немножко подтупливать. Заранее прошу за это прощения. Но есть некоторые моменты, которые лучше объяснять вот таким вот образом вживую, в формате живого видео. Вот сейчас я и постараюсь это сделать. Тема этого видео не контентная. Тема этого видео посвящена моей недавней рассылке с такой кричащей темой: «Внимание, ваш аккаунт подписчика будет удален». По-моему, так там это все звучало. И многие люди довольно получили письма с подобным содержанием. Некоторые получили такие письма и даже этого не заметили. Ну, на них, собственно, и был расчет. А некоторые люди просто обиделись. Поэтому нужно объяснить, потому что обидеть я уж точно никого не хотел. Понимаете, какая здесь ситуация? Объяснить ее довольно-таки просто. У меня в базе подписчиков огромное число e-mail адресов. И когда я на несколько десятков тысяч e-mail адресов отправляю свою рассылку, то почтовые сервисы типа Mail, Яндекса, Google, ну, все те сервисы, которые позволяют нам открыть бесплатный e-mail ящик, да, электронную почту завести там. Вот. Все эти сервисы внимательно следят за всем этим процессом. И когда я всегда отправляю с одного и того же e-mail адреса вам все письма, и они смотрят, с одного e-mail адреса отправлено, к примеру, 40 тысяч писем. И 30 тысяч писем вообще не открыто. О чем-то это сервис им говорит. И они тогда решают, что письмо, наверное, не совсем качественное, и нужно бы все вот эти вот письма положить в спам. Тогда люди, которые рассылку ждут, которые читают все эти письма, которые смотрят уроки, применяют их у себя на сайтах, они просто не получают эти письма. Вот это вот основная причина. А дальше, почему образуются вообще вот эти вот адреса, которые битые, да? Очень просто. Этому много на самом деле причин. Бывают, люди теряют интерес к вот этой теме Joomla, да, переходят на другой движок или просто занимаются чем-то другим. Бывает, подписались, было интересно, а потом нашли какой-то новый интерес. Или, к примеру, подписались, сделали сайт и передоверили потом управление этим сайтом своему сотруднику, специально обученному человеку, да. Или специально его обучили благодаря урокам. И все, и больше видят тему, да, тема уже не актуальна. Под Joomla какая-то рассылка, он уже человек этим не занимается. Бывает, люди просто меняют e-mail адреса. Была киска Лариска, к примеру, Светка Кокетка, а дальше человек вырос, устроился на работу, и ему говорят, ну, давай документы пришлю тебе на почту, какой у тебя там e-mail адрес. И киска Лариска уже как-то не очень солидно, не очень удобно такие e-mail адреса давать. И человек меняет на более какое-то удобоваримое. Info, Лариса, там, собака, Mail.ru, к примеру. Вот. Бывают всякие не очень приятные ситуации. Люди умирают, к сожалению, от этого никуда не деться. Ну, может, я где-то что-то не дорабатываю, и люди теряют интерес именно к моим урокам, переподписываются на там, других авторов, к примеру. Возможно, такое тоже есть, я такое тоже допускаю. Поэтому таких адресов, ну, такие адреса в базе, они вредят всем остальным. И вот такие адреса приходится удалять. Но, естественно, вот этот сервис рассылки Smart Responder, тем более, да, он несовершенен. Возможно, он что-то где-то не доработал, и эти письма получили люди, которые читают письма мои, да, которые, возможно, пользуются почтовыми программами, а я не уверен, что Smart это учитывает. Вообще, у Smart много недоработок. Я буду переходить на другой сервис рассылки, об этом запишу отдельное видео, потому что мне опять же понадобится ваша помощь. Нельзя так просто экспортировать базу там, с одного сервиса, со смарта, и импортировать в другой сервис. Можно, конечно, так сделать, да, но все равно потребуется ваша помощь по активации этого аккаунта. Я об этом дополнительное видео такое, с видеопросьбой для вас запишу. Вот. Ну а что касается вот этой рассылки, все те люди, которые обиделись и прислали мне в ответ письма с информацией о своей обиде, да, я всем постарался ответить лично и объяснить ситуацию. Но я понимаю, что некоторые могли просто обидеться и ничего мне не прислать.
и ходят обиженные теперь. Это неприятно, и обидеть я никого не хотел, поэтому решил такое видео записать и все объяснить. Не обижайтесь, пожалуйста, вот в этой рассылке, в этом письме, там есть же еще и дополнительное пояснение, что если вы считаете, что произошла ошибка, просто нажмите на ссылку в этом письме, и система посчитает вас активным читателем. И тогда никакой аккаунт удаляться не будет, все будет нормально. Чтобы вы не переживали, не волновались. А видеть я уж точно никого не хотел. Что ж, на этом все. Я надеюсь, я тут не сильно тормозил и тупил в этом видео. Потому что новый для меня формат. И вот в рамках своего кабинета пытаюсь как-то разнообразить наше с вами общение вот такими контентными видео. В виде такого живого звука, живого видео. Если вам по душе такие видео, напишите, пожалуйста, в комментариях. Если напишите, что, чувак, ты не то делаешь, у тебя получается лучше другое, ну, хорошо, я закончу эти свои выступления и буду делать то, что делал раньше. Но если вам понравилось, отпишитесь. Я постараюсь включать в журнал почаще такие вещи. Что ж, на этом все. Я желаю вам хорошего дня. До новых интересных видео.